Здрасте, здрасте. 186. 186. Предки, это волк. Полетели. О, диплопи, сразу же. Какие-то старты интересные. Диплопия. Окей. Что, бэбик? По-моему, называется фартинг бэби. Он пердит. Все, что он делает. Не, это не драй, бэби. Пресходов. Сейчас 17, там красные флаги в этой формуле. Я не виноват. Я ни в чем не виноват. Так, у нас 2 хп. Ну, статы нормальные, кроме скорости. Попробовать не идти в этом руму. Вдруг там опции. Опа. Интересно. Да, ДМ 4 тоже неплохо. Ой, там рума. Ой, там рума. Магаз. What? Это мало, да, по-моему, денег. Купил жвачку с активированным углем, все зубы стали черные. Жвачка с активированным углем? Чего? Нахуя? О! Обидно. Ну ладно. Они же, по-моему, сделали, да, по-моему, синергию Карбеттери и Диплопия. Они, по-моему, это сделали. Я правильно помню, что вроде такая синергия теперь есть в этой игре. Раньше не было. Теперь же вроде оно будет, да, давать, типа, еще больше айтемов. Или мне это приснилось, что там такая синергия есть. Такой синергии на самом деле нету. Я бы в идеале, конечно, забрал бы сейчас Карбеттери. И Диплопи бы тоже бы сохранил. Привет, Дикью. Там еще 3 копейки не хватает. Что-то, походу, их и не хватит. Не хватает. Туда стоит ли рисковать? Шифровой стрик на Эдене. Первый же персонаж был с одним хп, посчитал, что это намек и бросил. Ну там да, там как бы один хп старты могут быть. Хотя, у меня ощущение, что они стали реже. Это тоже возможно кажется, что будто не стали реже. Ну да, один хп старт они такие. Нервозные. Привет, Укай. Привет, Димозавр. Сегодня на выпускном пропущу стрим. Сегодня стрим короткий будет. Удачного выпускного вам. Развлекайтесь. У нас сегодня будет сильно программа, по-моему, сокращенная, что уже 9 часов у меня. Диплопию, ну, там просто в магазе Карбеттери. И вроде как же нынче есть синергия, да, ведь с Карбеттери? У Диплопия. Вроде была синергия. Типа в идеале я бы хотел бы забрать, конечно, Карбеттери, но походу я ее не заберу. Денег не хватает. Обидно.
Ферса, да, ну нахер, без хп идти в Ферс. Ну хотя, в принципе, там 2 хп заберу все равно. Если будет надо. Ну-ка, теперь хватает. Ебись от меня. Да долго. ХП теперь мало. А, ладно, ХП, ХП будут. Хорошо. Привет, Кози. Получается, это заберу и это заберу. Я надеюсь, что диплопи отработает с карбетери, что мне это не приснилось. Второй подруг мне сегодня первого не было. Сегодня первый подруб. Ту-ту-ту-ту. Да, надо. Проблема, что я уже бухой. Это разве проблема? Будешь суббота. Нет эффекта в диплопе. Тогда это грустно. Но я все равно сэкономил в диплопе на что-то более полезное, поэтому. Не так грустно, наверное. Все еще на что-нибудь могу нормальное завязать. Блять, дорого брать этот Deck of Hearts строить. Ну, скорее всего, на сделку, да. Так. Не работает. Окей. Убедились. Эффекта нету. И при этом я, возможно, еще беру X-Ray Vision один, да? На вторую ролю. Колоду я заберу, да. Хотя подожди. Может, не заберу. Мне нужно ролить. Денег не так-то много пока что. Привет, 33 коровы. Бомба нужна. Ладно, рискнем. Все же, наверное, нет. Ну-ка. Такой расклад мне устроит пока. Привет, Морозов. Да, карбетери должен работать. Да. На карбетери работает. На Deck of Cards. The world. Так, пошли карты. Что на вторую почекаем? А хотя нет, камень. Был бы смысл, был бы прок. Стар с вопросом. Было бы приятно. Привет, Крис Грин. Привет, Хэви Рейн. Привет, Майк. Так, ну мы, возможно, не заходим на сделку с дьяволом. Классиком.
Что там еще было? Там был Старс. В принципе, можно зайти сюда. В принципе, можно было сюда не заходить, получается. Так. Секретка. Двойные бомбы. Это хороший айтем. Я заберу. Ладно. Хрен с ним, с этим золотым сундуком, наверное. Уже больно полезный айтем. Нормальный второй этаж. Вроде нормальный. The chariot. Немножко тиры, конечно, обидно, но очень страшно. У меня тиры, походу, был очень хороший, да, стартовый. У меня какой-то был сильно интересный тиры, по-моему, стартовый. У меня даже стир сдал, но он 3.17. Рейд каким-то образом. Это прям страшно. Там базовый сколько? 2.73? Базовый. Типа даже стирдаун у меня 3.17 остался. Без стирзапов вроде, да? Только был шот спидап один. Потрясающе. О господи, у меня муха. У меня муха это. Огонек муха. По-моему, такое вообще еще не видела. Боже, а это что за хуйня? А это кто? Вращается. Вообще не пойму, что это. Это как глазик, но похож на глазик. Только что-то еще за глазик. Но мемно. Привет, Твиксер. Привет, Мажелин. Стрим короткий, стрим, конечно, будет короткий. У меня уже 9:30. Завтра, потому что все нормально будет, можешь попробовать запустить с утра. Ладно, не с утра, а типа. По маске, может, примерно с утра. Не обещаю. Не, 8 рано будет вряд ли. Только если все рано будут по 20 минут. Или еще быстрее. То стрим на часа 3 максимум. 3-4 рано сделаю, будет нормально. Нормальная программа будет. Бля, огоньки. Станьте от моих огоньков. Наверх. Все, то майка стали стики на DS4 моросить. Добро пожаловать в дивный мир геймпадов. Тут такое бывает. А, я уже второй обхожу челика. Окей. Тирсдаун, спиддаун. Друзья навек. Вс
Все стабильно в этой игре. Я пока вроде на DualSense нормально все. Хотя в целом я уже морально уже готов брать новый, потому что там вышел черный и красный цвет. Я уже готов брать новый. Они все коснее. Ну, вроде тут еще живой, плюс-минус. Я вроде проблем не ощущаю особо. Пусть я не получал демо 3 этажа. Сглазил. Впрочем, неважно. А хотя, не, у меня был паразитоид, надо было бы неплохо оставить удачу. Наверное, была бы польза какая-то. А там была бомба в магазине, не помню. Может, там была бомба в магазине? Вторую секретку проверить. Не получал, получается, не получал. До этого момента. Бомбы нету. Judgment. Это кто? Это не бомба. Я никогда не троллю зрителей. Я заебусь ходить туда-обратно, наверное. Ну вообще, наверное, стоит того. Может, он скорость даст. Как импресс открывает сделки. Ой, сделки, секретки. Чудо пропустил в этой жизни. Как это взаимосвязано. А, High Priestess был. Но это не Impress, это High Priestess. Вероятно, он был в челлендж-руме. Так, сорян, но вентилятор будет вам прямо в микрофон дуть. Меня заебало уже это лето. Ебаная духота. Так, тут взорвать... Это я промазал или оно больше не взрывает секретки? Может, промазал. Зачем мне тролль-бомба или там секретка в той руме? Впрочем, уже думаю, не актуально. Ну, а сейчас такая же хуйня, Heavy Rain. Типа ночи плюс 10 бывает даже ниже, ну, блядь, днем пиздец. Под 30. Мерзотная погода. Так, ну я все плохое уже вроде съел. Ну ладно. Она осталась в Diamonds на плохую руму.
Так, сюда пошли. Это уже ели. Question. Там эйс. Пиздец, все, блядь, хуёвейшие таблетки съел. Все, блядь, до одной. Кроме хелзаном, что убить тут не может на одном хп. Пять либра. Ой, все, огонек стал за последний. С мухой. Муха выжила. Тоже ненадолго, наверное. Пока. Кончилась муха. Да, я пошел. Кольцо работает на обычных мобов, бесконечно на боссов. Там кулдаун есть. Их там отпускают через какое-то время. Типа прог это потом отпускает. Потом снова типа прогает. Ну, имперор. Так, имперор надо не забыть, наверное, да? Ну да, у боссов, типа, у них все эффекты, у них, типа, это, с кулдауном. Просто, только, по-моему, папина это кольцо прокает. Ну хотя, не, получается, там все эффекты на мобов так прокают. Просто папина кольцо, оно всегда прокает, пока, ну, моб, типа, в радиусе его действия. А, типа, слезы они или прокают, или не прокают. Что все получается логично. Здесь это было на ласте. Тоже в Автоберс плюс. Вообще, по идее, они меня не могут, да, задеть. Подумал, наверное, я не хочу бегать по этой руме. Я могу стоять и ничего не делать. Хотя, подожди, мини-босс это тоже босс? Подожди. Блять, хочу проверить. Да, это тоже босс. Уже увидел, да. Просто показалось, будто он, типа, завис там на все время. Изначально. Видимо, он тоже умер, наверное, от паука. Обманка, но все логично. Мини-босс тоже босс. Пока можно оставить. Если будет хазап, может это пофармиться как-то. Сейчас сундуков куча, но их тут никак не зафармить, нашим полет. Или черед еще один. Сегодня припозднился. Блять.
Связаться буду еще позже стрим, если он будет второй завтра. Завтра получается где-то в это время начну, наверное. Плюс-минус. Что за иконки под мапой? А... Фиолетовый, это типа так показывается мейз эффект. Что у тебя проклятие мейза на этом этаже есть. А вторая хрень это майнд. Просто индикация майнда, что у тебя есть item mind. Так. Точнее, проверяли. Почему мать не показывает ультрасекрет? А должен? Не, ультра это красная секретка. Это супер секретка вон, которая белая. Там еще есть... Теперь новая типа секретка есть в этой игре. Еще один новый вид. Возможно, они проебались, но я думаю, все-таки вряд ли. Жми карту, да, что-то вот. Вроде все румы легкие, поэтому. Уже босса, может, дождемся. Может, на боссе нажмем. Опа. Это кайф прок, но я тут уже был. Толку мало. Я так уже это все уже видел. Вот шары бы его тоже превращались бы в деньги, было бы хорошо. Я думаю, так это не работает. Что, типа, часть босса, наверное. Эти шары. Они враги. А, нет! Нет, это враги, это не часть босса. Окей. Ха! Не босс. У меня была мысль, что все-таки это может получиться. Что, возможно, они это... Не заходили, типа, как часть босса, именно как отдельный враг. Эти шары. Так оно и получилось. Приятно. Это приятно. Так, ну теперь надо немножко фармить. У меня там была сан-карта, у меня там были хп-дропы. Там была темперанс-машина. Давайте где-нибудь тут ее поставим, чтобы было ближе. Evilbook дал дамагап. Какой Evilbook? Matchbook? Matchbook, вот это вроде Evilab, да? Ну, вроде как. Impera был где-то вверху, по-моему. Где-то там. Вон где карта, он сверху нарисованы. Да, вот он. На базе. Уже дамаг типа дает нам. Вообще в идеале получить бы блудбэк, что у меня скорости вообще нет. Интересно то, что карты конвертят братишек с активки в монеты, бомбы и прочие табак или фича. А то, что вчера было с этим френдфайндером, я не уверен, что это баг. Все-таки по логике игры это все-таки типа враги, просто они типа твои. Как бы враги, типа на твоей стороне. Не думаю, что они отдельно это закодили. Правда, наверное, они должны были это сделать, наверное. Это все типа вроде похоже на баг, но по сути. Возможно, они такие это и оставят. Уже сложно судить. А, мне дали дэмэдж за это, за матчбук. Ты. Ты про это? Я просто даже внимания не обратил. Это Soul Locket, да. Soul Locket, он за черный хп тоже дает дэмэдж. Ну, соответственно, дает эти статы. Это я уже видел еще до этого рана.
Там, да, там можно либо черный хп, либо синий поднимать, и то дает статы. Не только синие. Я думаю, оно просто смотрит по хп, наверное. Типа, что у тебя хп прибавилось. Там черного, синего. Она и игра, типа, это просто отслеживает и все. Книжка на хп, возможно, будет сетапом. Возможно. У меня, по-моему, не было ни разу книжки на хп с этим айтемом. По-моему, не было. Было бы интересно узнать. Привет, дед. Ну, вообще запросто. Опять плохие таблетки. Галп, чё съел? Съел двойные бомбы, окей. Нормально. Привет, Рейд Суп. Доброго вечера и вам. О, второй импер. Тут черед остается пока что не поюзанный. Может, его как-то применим. Туда не пойду. Не суп, а сап. Ну-ка. Вот тут бы, наверное, нормально бы зашел черед. Надо было свой брать, что я туплю. Нет, туда ни хера нет. Вернее, скорости нет, и тирейта нет. Так-то вроде билд есть. Вроде паразитоид неплохо помогает. Тут да, тут бы неплохо подошло Ace of Diamonds. Тоже правда. А, у меня же кольцо, это правда. Ну да, тогда возможно пофиг. С кольцом, наверное, блохи не страшны. Вроде я это уже проверял, да. С кольцом вроде все норм. Что, ну, реально пофиг. Вон карта. Клопс, но не тот. Задеплопил? Задеплопил я... Айтем в этом руме на втором этаже, там был ресток. И забрал с них... вон. Майнд и паразитоид. Чё-то такое сделали. Просто я почему-то был уверен, что... Ну как уверен? Думал, что... Возможно, типа, они сделали синергию Карбеттери и это... Карбеттери Диплопио, но нихуя подобного. Синергии все еще нету. Хотя при этом не сделали синергию квешен карты и типа одноразовые активки, но не с Карбеттери. Обидно. Не дожали все синергии, короче. Могли бы уже и доделать. Бомбы. Дейл карта. Дейл карта это полет. На 30 секунд, да? Типа эффект Библии. Вроде нахер не надо мне это. Так, куча батареек, это может быть интересно. Мне какой-нибудь нужен джаджмент, да? Чтобы типа его прокнуть в этом. В этом самом. В секретке.
Вчера был без стана Лилитки, с радостью узнал, что лок ничего не дает. Там, по-моему, там поломанный. По-моему. Урон слил. Карты могли дать больше урона за просто. Там много чего могло прокнуть интересно. Ну, типа я потерял 0.5 дым. Не трагедия. Оликард. О, господи, сделки. Это же даже не букворм, да? Не, все не слабо сбрать. За 3 хп букворм, идите в нахуй с такими приколами. Какое-то безумие. Что-то мне просто эти две таблетки ран так испортили. Эти ранние, типа спиддаун и тирсдаун. Прям совсем все плохо сделали. Отпусти. Пошли еще карты фармить. Ладно, буду использовать Death Ring. Хе-хе, а первые сделки были бримы и ножи. Сложно. Никогда не знаешь. В принципе, такое мы уже видели. Не, недавно была сделка, когда что там было, нож Shadow, по-моему. Такие сделки все еще бывают. Редко, но все еще могут быть. Ха-ха, еще минус скорость. Смешная шутка. Тайнер наоборот, многие таблетки юзают. Таблетки не юзают стрикеры, основная часть. На спидране тебе обычно строго похуй. Тебе нужны просто хорошие таблетки, а на плохие тебе плюс-минус, но насрать абсолютно. Какая тебе нахуй разница, все на ран можно любой зарисовать и начать новый. Там риск крайне меньше. По крайней мере на первых персонажах. И терять вообще нечего. Фига. Нормально прокнуло. Сейчас демедж маленько восстановим. Не дали маленько скорости, но я не думаю, что это прям что-то меняет. Все-таки 0.62 это будет медленно. Это будет сильно медленно, 0.62. А ще полетели. У меня же full health. Давайте зайдем в эту керсруму. Тена и узкая. А, у меня же еще и холи карт был, господи, даже забыл. Точняк. Так, больше холи карта нету. Но мне уже дали маленько скорости. Я-то смотрю, уже 0.82, но... Но это все еще мало. Bloodback все изменит. Вот Bloodback реально все перевернет. Если дадут Bloodback, тогда базару ноль. ХП у меня осталось, по-моему, очень мало, да? Там какие-то, по-моему, половинки валяются, и даже, может, их не могу подобрать. Педринг. А, три гнилых, господи. Ты там так далеко бежать до них, правда? Ужасно. Вы еще импер, я даже забыл, что это еще был второй импер. И Пристес. Покупать хп смысла не вижу. Блин, так охота прокнуть
фортуну в секретке. Хотя подожди, она же даст, даже даст доллар, я доллар просто заберу все равно, я не буду его рулить. Давайте 4 копейки потратим. И взорвем. Ладно. Не судьба. 2 копейки минус, но плюс... Ключ плюс бомба. Все еще выгодно. Вот это, возможно, выгодно. Так. Фарм усиливается. Секретки обе видел, остались одни черепа. Черепа и кроллспейсы. Ладно, я не буду все камни взорвать, это очень долго. Черепа взорву. Все же есть надежда на какой-нибудь джаджмент. А, плюс теперь я еще могу сделать много денег через автомат, но автомату будет очень больно. Это минус. О, плюс 0.04. Автомату будет очень больно. Давайте до 6, наверное, сделаем дэмэдж. Ну, сколько надо хватит. Не обижай автомат, ну тут придется. А, можно проверить сундук тут. Фул хп скидывает. Фул хп скидывает. Он же тебя же на пол хп оставляет. Говорят, ты вообще можешь умереть, если у тебя типа есть синие, нету красных сердец, есть пустой контейнер, он тебя вообще убьет. Якобы. Я такого не видел, но в принципе не удивлюсь, что они такую хуйню могли сделать. Он тебя оставляет голеньким. Он нам нужен. Типа для этого, для соллокета. Я честно фул карты боюсь пиздец, что я ее не проверял. Я этой хуйней не занимаюсь, типа тестом в консоли всей этой параши. Поэтому я не знаю, как это сработает. Думаю, я, честно говоря, фул карту, может, вообще бы не стал бы нажимать перевернутую фул карту. О, конжойнт. Я даже не уверен, как я к этому отношусь. Это хорошо или плохо? Конжойнт. О, wait, черед. Черед полезно. Фул карта перевернута. У меня вчера дропнуло только пикап и без сердец. Странно, я точно оставался на пол хп как-то раз. Типа оно дропало у меня все. Ну-ка. Все. Решено. Тогда это берем. Повеселее стало маленько. Трек? Я сам не вижу. Кто-нибудь напишите еноволк трек, пожалуйста. Два ключа оставил. Ладно уж. Думаю, уже не принципиально. Господи, еще и блайнд. Давайте сразу get me now. Ладно, после магаза. ХП дропает? Вроде у меня дропало. Ты там Майк точно играл на этом, на Эдене? Может, на Кипере играл? На Хибере тоже хп дропает, наверное. Типа там деньги дропают. По идее. О, реально, get me now. Найс. Так, тогда пошли, получается, почекаем секретки, почекаем магаз и... Давайте по новой. Надеюсь, без блайнда. Светлок.
Еще будет даже шанс на планетарий. Поверс. Блин, сейчас еще планетарий проход. Тут мем. Со второго дебзап. Планетарий захерачить. Может тем тренер взять? В смысле, почему? А, типа, если это взять сейчас полароид и уйти обратно, и потом фулл-карту нажать? Да не, я такую хуйню заниматься не буду. А хотя подожди. Наверное, буду. А, нет. Наверное, буду заниматься этой хуйней. Почему нет? Там сделка же может быть правильно. Шанс, правда, маленький на сделку. Шанс крайне маленький на сделку. Ну да, я возьму полароид, а потом возьму негатив. Я уже так делал же. Это полезно. Нужна фул карта. Не забыться вызывать первый, господи, замедленная рума. Это фул карт. Типа. Суть одна и та же. Это будут там и там будут, да, красные, или она может быть меняться, или может там будет не красновать. Полароид забрать. Это был импер, это был импер. Ну-ка. Блайнд не чекаем. Сетап? Ну, я знаю. 30 копеек въебал, но все-таки что-то нашел. Опции на один этаж. Спасибо за легкий ран, брони. Эх. Планетария не дали. О, хорошо. А, по сердечкам? А, да. Надо было задамажиться. Ну, ладно. Не смертельно. Я думаю, это выглядит. Бежать, убежал, окей. Хорошо. Я затролли. Надо сделать анимационный смайл клей, который в конце превращается в троллфейс. Надо. Мышь надо. Я пока не знаю, что делать. Я пока просто вчера протестовал эти анимационные эти эмоуты. Так, пока их и оставил. Просто проверить, как они вообще работают. Так, Judgment. Ты дарьте меня, бля, полароид. Кстати, как запостит, он в списке эмотов есть. У тебя их еще нет? А, автомат точно. Бля, я забыл. Ну тут хп есть. Плюс-минус, ладно. Отдай. Скорость все еще говно. Тому совету нашел перец на ласта, такая халяурант, здесь удач. Я ж говорил. Я ж пиздеть не буду. Я ж так прошел, по-моему, 2 или 3 рана на этом ласте. Просто прокали подряд эти перцы, типа. Найс. И все легко. Бля. С другой стороны затроллили. Это чё? Не знаю, что-то валялось. Что было, то и запостил, окей. Короче.
Короче, что? На одно хп вражал на Эдене, половинку уронила. Ну да, правильно, так и должно быть. То он тебя не должен убивать, он тебя должен оставить на пол хп. Но, я говорю, если у тебя будет пустой контейнер, красный, и будет синий хп, говорят, он тебя может убить. Типа нужно, чтобы у тебя было пустое хп. Пустое красное, и было там, не знаю, синих сколько-то хп. И тогда тебя якобы она должна убить. Говорят. Типа такая там механика. Гениальная сейчас с этой картой. Conjoined стал частым гостем, да. Бля, меня Турма бесит. Здесь. О, присток. Wait. Блять, за что этот уёбок-то? Тут я же в жизни не прохну. Вот этого вот мужа прохну. Этого дебила я явно не прохну никак. Так, окей. Не... Ой, бля. А чё так быстро? Мне хоть скорость дали. Да хера денег, то он прокает пиздец плохо. Хуже только этот, который зеленый гоблин. Он еще, блядь, хуже этого уёбка. Тринкет. Не хочу этот тринкет. Не, бомб нет на секретке. Тут мне поломает карту. Вот карты, да. У меня, по идее, возможно, это будет оправдано. Может быть. Так или иначе. Надеюсь, Ротенхарты с фулом не поломаны. Надеюсь. Я бы лично на это вообще бы не надеялся. Скорее всего, не поломаны. Учитывая... Как все в принципе в этой игре поломано. Почему бы это не было поломано? Серьезно? Уеть. Так, ладно. Ладно, попробуем. Вдруг он с первого раза что-нибудь не даст. Ладно, с первого раза уже не пошло. Мог хотя бы дать два чарджа, а не один. Ну вот хотя бы два. Спасибо. Ну, два раза дал один чардж. Скам. О, нормально. Пошли фармить. Ну, пока типа есть где брать кэшбэк, поэтому нормально. Опять. Фак. Троллинг. Да сколько можно? В жопу. Ладно, давай еще раз. Тролль монетка. Просто я так думаю, если бы такая чембер, это было бы забавно. Учитывая Deck of Cards. Это было бы довольно забавно найти. Лос не бываем. Не знаю. Пусть пока живет. Ща убьем. Потрясающая это. Опции того стоили. Ща, как раз, мне кажется, это мини-босс нам чардж делает. Хурда. А, нет, стоп. Не будет.
Бля, надо еще мамку идти убивать, да? Работ 6 рум. Керс рум чек. Тоже, наверное, можно. Ох, таблетки все равно не опознаны. The lovers. Пусть будут. Один чардж, камон. О, батарейк. Все, два чарджа. Кирилл, хватит умничать. Никто не любит умников. Там был имперл. Justice. Я вспомнил о чем-то. Не, что вибэк есть. Формулу смотрю с телека, ну как бы с компьютера. Ну, у меня телек просто к компьютеру подключен. Третьим монитором. Фармер забыл об айви-бэге. Ничего не забыл, фармер. Говорится. Чё-то забыли. Чё-то оставили. Эти еще джаджментов, а? Больше нет он. Три модера сразу видно, стример зажиточный. Так еще бы. Я подо всем монитором, по-моему, уже... Второму монитору, по-моему, уже лет, наверное, 10, наверное. Или около того. Наверное, скоро уже будет дохнуть. Скоро будет пора уже новый брать. Так, ну деньги не проблема, вроде тут будут. Все же, если ты уже менять собираешься мажор, я просто... Я не верю, что они еще дольше смогут проработать, но может быть. Да, в принципе, может проработать, это тоже раз на раз не приходится с этой техникой. Еще у меня оба... А, нет, пержу. У меня телевизор LG. Я и монитор основной LG, а второй Samsung монитор. Это старый. У меня один монитор получает 27 дюйма, второй 24 дюйма. Что маленько напрягает, но не сильно. Что второй чуть-чуть меньше. Но в целом норм. Так, батарейка мемная. Strength. Опа. Полетели. Классно. Ладно. Без любого.
Ну что, пошли фармить? Так, айтем было не подобрать нечаянно. Мне на великие дела нужен. Давайте-ка сюда уберем импера, вот что я подумал. Шоу про его по-любому каким-нибудь образом. Точно его потеряю. Так, стоп, 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 стоп. Я опять что-то забыл. Да не та активка в руках. Ну-ка. Продолжим. А, без автоматом, ну ладно. Потом дофармим. Не, чтобы он дал этому, я не знаю, что должно произойти, куда чудо должно произойти. Как-то влияет на его дропы, наверное, нет. Это на рум дроп, да, влияет? Типа батареи дают больше. За зачистку рум. По-моему, это было неэффективно. Надо было по-другому сделать. Типа сначала дофармить, потом нажать, потом брать батарейку. Она дает два чаржа, так и получил чардж один. Получается невыгодно. Да, был краш, я на такие вопросы не отвечаю. Это запрещенное слово на Твиче. Ладно, на этом канале. Окей, это можно ролить, наверное, да? Ну, поехали. Давайте. Охуенно. Чё еще есть? Ну, это может удалить айтем. В пизду этот кубик. Говно ебаный этот кубик. Нахуй. Нет. Это, наверное, уже поздновато, да? Так, там Bloodbag, да, по-моему, ролится в Брим. А не Ivybag. Я же правильно помню. Да, я правильно помню. Этот Isaac Tomb ролится. В Echo Chamber он ролится. Окей. Это ролится в Эхо Чембера. А, стоп! Карбеттер, я забыл! Ебаный карбеттер. Господи, я про это забыл совсем. Сука! Бля, обидно. Господи, второй раз я с этим ебаным карбеттер. Обосрался, ну ладно. Так. Тогда получается все, да? Господи, говно, ебано тут как арбетери. Батареек больше нет. Батареек больше нет. Шарт этот я не брал. Шарп-шарп-плак. Ну ладно. Нужно делать минус 2, а не минус 1 теперь, да? Ну! Что поделать? В принципе, вроде все еще насрать. Про негатив я помню, у меня полароид, я вижу, что есть. Это все говно. Ничего не надо, у меня уже есть импер. Ну давай-ка роль дальше. Скучно. Трипл, эпик. Финал скучный. Ну ладно.
Такой уж есть. Причем он очень быстро перезаряжается, лол. Потому что это не трипл, а конжойнт. Он очень быстро перезаряжается, этот эпик. Жестко. Стрэнг, да нахуя, я ж потеряю хп сверху. Максимально. Да и просто уже смысл уже фармить, господи, с эпиком. Ну там не проблема, но там синяя можно было нафармить. По факту. Не такая проблема, ну просто уже зачем, и так уже ран час идет. Пора уже это заканчивать безумие. Так, сегодня долгий фарм в этом ране. Зачем он дает дэмэдж? Ладно. Нынче дэмэдж ап. У меня уже полароид есть, я уже полароид взял. Я же второй раз прохожу этаж. Призма Омега полезно. Там Абель прокает через призму. Что польза есть. Ой. Да, господи. Так, минус 2 ID ролла, последние. Так что нормально. Кринж. Да-ка.